Всем привет, с вами канал Правильный Выбор. Сегодня на обзоре сплит-система Electrolux Portofino DC Inverter. Не пропустите выход нового обзора, для этого подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Для покупки этой модели по выгодной цене переходите по ссылкам, которые оставлю в описании. Для развития канала важна ваша поддержка, ставьте лайки и пишите комментарии. Каждая сплит-система оснащена многоступенчатой системой фильтрации и многочисленными режимами работы, которые позволяют максимально комфортно использовать прибор в условиях городской квартиры и индивидуального дома. Дизайн сплит-системы Electrolux отлично подходит для современных интерьерных решений. Лаконичный и элегантный, он не будет навязчивым элементом, нарушающим гармонию композиции, а легко и непринужденно впишется в обстановку. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков, оба белого цвета. С помощью визуально понятного дисплея и пульта дистанционного управления можно контролировать работу кондиционера. Сплит-система Portofino Super DC Inverter обладает повышенной сезонной энергоэффективностью, а с двумя плюсами. Это значит, что она потребляет меньше электроэнергии, при этом отличаясь более стабильной работой. Инверторная сплит-система – модель премиум-класса, которая может работать в режиме осушения, охлаждения и обогрева. Прибор обеспечивает точность регулировки температуры до 1 градуса, что позволяет поддерживать комфортную атмосферу в помещении. Благодаря опции памяти положения жалюзи, вам не придется каждый раз после включения настраивать кондиционер. Он автоматически будет выбирать установленное ранее положение жалюзи и создавать максимально комфортный микроклимат в помещении. Теперь вашему дому не страшны минусовые температуры, ведь при низких температурах кондиционер в автономном режиме будет поддерживать температуру плюс 8 градусов, потребляя минимум энергии. Технология Bluefin значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционера в 3 раза. Новейшая система многоступенчатой фильтрации воздуха позволяет нейтрализовать и устранить из атмосферы помещения большинство загрязняющих частиц. Низкий уровень шума достигается за счет конструктивных особенностей внутреннего блока и использования самых современных комплектующих. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет регулировки горизонтального потока. Цена выросла. Теперь перейдем к положительным. Тихий и очень мощный. Энергоэффективность. Быстро охлаждает помещение. Реально обогревает при минус 15. Практически бесшумные оба блока. Хватает на 30 квадратных метров. Отличное качество материалов. Действительно производительный и красивый. В описании под видео вас ждет подборка ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».